одно опускаем вниз, одно наверх. Теперь сводим два плеча назад, да? А сейчас наоборот правое, наверх, левое, вниз. И вот если вы сделаете медленно вперед, пока не смотрите на то, что мы сутулимся, наверх, вниз, назад, дальше локти вниз, руки наверх, руки вверх. Вот давайте попробуем сделать полифонию, когда одна рука запаздывает за ней. Сюда, первое положение. Теперь вторая рука делает первое положение, а первое второе. Еще один раз медленно. Я понимаю, что это поначалу сложно. Я вас даже не заставляю рисовать одной рукой круг, второй треугольник. Поэтому все-таки разминаться надо, хотя бы раз в неделю, хотя бы на таких занятиях, но лучше перед каждой тренировкой слушать. Вот они растут, дожди поливают, коровы поют, вот они растут, дует ветер, начинает раскачивать. Не зажимайте корпус, он должен быть свободен. Вот это не свинг, видите, у него нет качи. То есть у вас должно быть движение вниз наверх, вниз наверх, вниз наверх, вниз. Не сгибая ног в колени. Есть свинг вот такой, их очень много, с прыжочками, но самый простой туда, туда.